Проект Тянхай имеет важное значение, потому что он способствует сближению жителей Сянгана с родиной. Когда мы говорим о государственном развитии или усилении связей в районе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, мы понимаем, что это станет возможным только в том случае, когда жители Сянгана, особенно молодые люди, будут заинтересованы в развитии внутренних регионов Китая. Я уверена, что в будущем центральное правительство предпримет больше мер для расширения открытости зоны Тянхай. Согласно 14-му пятилетнему плану Китая, Сянган не только остается финансовым центром, но и будет международным ядром научно-технологических инноваций и культурного обмена между Китаем и зарубежными странами. Глава администрации ОАР отметила, что видит в этой пятилетке новый уровень поддержки развития Сянгана со стороны центрального правительства Китая. Чтобы участвовать в общем развитии страны, сянганцам необходимо придерживаться курса «одна страна, две системы», защищать безопасность и суверенитет государства, соблюдать Конституцию КНР и основной закон ОАР Сянган. Помимо того, надо повысить уровень национального самосознания и патриотичности у жителей Сянгана.